Плановые работы в рамках программы благоустройства городских территорий буквально на глазах преображают любимую магнитку. В выборе объектов городские власти в первую очередь ориентируются на просьбы жителей города. Именно так получилось с ремонтом пешеходной зоны улицы Столяров между проспектами Ленина и Карла Маркса. Улица Столяров в очередь на плановую реконструкцию попала не случайно. Она славится достаточно активным пешеходным движением. Это центр города. Вблизи расположены образовательные учреждения, крупные спортивные и торговые объекты. Тротуарное полотно со временем пришло в негодность. Люди постоянно жаловались. Мы, как видим, улица Столяров достаточно проходимая часть нашего города. Поэтому люди спотыкались, особенно в весенне-зимний период. Тем более с учетом этого уклона. Камни, вот вся вода стекает, забивает, размывает асфальт. Мы работаем все-таки от заказчика. Заказчиком у нас является администрация города, в частности, администрации районные. То есть Орджоникидзевская, Правобережная и Ленинская администрация. Они предоставляют нам перечень, где, по их мнению, а также основываясь на жалобах жителей, они предполагают ремонт тротуара. В ходе ремонтных работ строители обновят асфальтобетонное покрытие тротуаров, уложат новое, более прочные бордюры, поднимут колодцы до уровня дороги. Здесь будет уложено около 1000 квадратных метров асфальтобетона. Все для удобства пешеходов. Согласно планам строителей, ремонт улицы Столяров должен быть закончен на этой неделе.